Первый своп-маркет открылся в Сарапуле. Социально-экологический проект предлагает горожанам не выбрасывать старые вещи, а сдавать переработку, а также обменять ненужные вещи на нужные. Причем обмену подлежат не только одежда и обувь, но и аксессуары, украшения, косметика, книги, игрушки, посуда и другие предметы интерьера и быта. На самом деле своп-маркет – это гораздо больше, чем просто обмен вещами. А у него еще есть еще два очень важных направления. Второе направление наше, то есть если первое – это обмен, второе – это направление благотворительности. Вещей нам несут очень много. Вещи все хорошие, но не все вещи уходят быстро в обмен. Но так, чтобы нам не захламлять наше пространство, мы с удовольствием делимся ими. И раз в месяц, в последнее воскресенье месяца, мы проводим благотворительную акцию «Дармарка». Все своп-маркеты одновременно открывают свои двери, и мы представляем некоторый ассортимент, и люди могут просто приходить и забирать те вещи, которые им нужны. Мы подсчитали, что только в Ижевске за один день мы раздаем около тонны вещей. Светлана Голубева – идейный вдохновитель открытия свопа в Сарапуле. Она считает, экологический проект необходим в городе. Ежедневно сюда приносят множество вещей, которые проходят оценку и занимают свое место в выставочном зале. Купить понравившуюся может любой желающий. В сети экомаркетов действует внутренняя валюта. За сданные вещи в личном кабинете начисляют баллы, которые можно потратить в любом маркете. Принимаются вещи, конечно, все равно по правилам, потому что вещи должны быть чистые. Если эта вещь изношенная, то принимается в текстиль на переработку. Вещи не принимается нижнее белье, не принимается не по сезону вещи. Сезоны разделяются весенний, зимний, осенний, летний, и вещи принимаются именно в данный сезон, чтобы не было перехламления в пунктах приема. Своп-маркет – это социально-экологический проект, основная миссия которого заключается в снижении чрезмерного потребления новых товаров, потому что именно на их изготовление расходуется огромное количество природных ресурсов. А еще он помогает сэкономить семейный бюджет. Это вот называется своп-кошелек. Сюда мы заводим индивидуально для каждого клиента. Сюда человек, когда сдает вещи, мы их оцениваем. Оцениваем мы их, конечно, не в рублях. А мы их оцениваем в нашей внутренней валюте, так скажем, называются, которые свопы. Тут даже написано «тратьте свопы, а не рубли». Потому что, когда мы принимаем вещи, мы их оцениваем в свопах, и у нас тут ассортимент, он тоже имеет цену в свопах. Таким образом, мы можем равноценно обмениваться. Вот. То есть мы сюда зачисляем и отсюда списываем. В настоящее время свою работу продолжают 11 своп-маркетов. География растет с каждым годом. В Сарапуле маркет находится по адресу Степана Разина, 30В. В будни его двери открыты с 9 до 18 часов, а в выходные с 9 до 17.